снова здравствуйте, дорогие любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Sleeping Dogs. В прошлой серии мы были на свадьбе Уинстона Чу. И это было ужасно. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. А в этой, пожалуй, пойдем. Не будем ничего такого глобального проходить. Пройдем вот эти дополнительные миссии. Поможем хорошим людям. Наверное, народ обсуждает прошедшую свадьбу, как это было ужасно. И Уинстона Чу теперь нету, и, видимо, красным шестом Фунаги является Уэй, предводитель банды Сводной улицы. И одновременно полицейским под прикрытием. Что ты сказала? Фига себе. Так, смотри. Что случилось? Тебе что, наваляли? Ты такой качок, и тебя наваляли. That looked nasty. You okay? Never mind that. You have to help me. What do you need? Get a car and get us the hell out of here. Ну пойдем, тачка есть. That's them! They've seen us! Блин, что за уроды стреляют по моей тачке, а? Блин, это гопники на мотоцикле. I guess he was the brother of someone important or something. In any case, we're pretty fucking hostile. Try to stay out of the territory. Что такое говорил, да? Сейчас тачке придет конец. Конечно, что ли, эти гопники? They're gone, right? I think you lost them. Один остался. Yeah, they're gone. Thanks, man. You can let me out anywhere suits you. Takala, I'm good. Ну давай. Правда, из-за тебя мне теперь... Thanks, Way. You saved my ass. Тачки пипец пришел. Две тысячи получили за это, немножко авторитета. Так, еще добрые люди, где у нас находятся? А, уже в центре. Отвлеките полицейских. Но только этого нам не доставало. Блин, беспонтовая тачка. По дороге заберем. Oh!
Так, нам бы похавать, если честно. Машину, в принципе, можно бросить. Тихо-тихо, стол спрячь. Потому что нас постреляли неплохо так. Рыбный шашлык, думаю, нас спасет. Ухо его настрелили. Глаз наверняка. Нормально. Так, парковка здесь рядом есть. Давайте заглянем на парковку и возьмем новую машинку. Да, давайте возьмем танк. Где у нас вот он? Ну и. Да блин, таксист, что так медленно ездишь? Так, тихо, стопэ. А, понятно. Понятно, где это у нас здесь. Маркер стоит. Wait, damn it! Good to see you. Что случилось? What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago, but the bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right. I'll see if I can draw them off. Так, бросьте в полицейских несколько банок. Ну, ладно. Потом мне куда-то сваливать можно? Hey, you! In the stupid uniform! Теперь валим. Блин, он туда свалил, по-моему. Да, тупик, зараза. Ребятки. Ой-ой-ой. А, блин. Нет, так, кнопка. А, зараза. Почему-то жму сюда Y. Hey, you! In the stupid uniform! О, валим. Теперь валим. Эй,
Надо, ребята, избавиться от своего клуба. Вы меня помните? Так, а здесь интересно, где выход? Это в здании прям. Опа. Спасибо, дружище, ты просто спаситель. Прикольная, конечно, миссия. Ну, показали нам, в принципе, как пройти в этот бойцовский клуб. Китайский ресторанчик. Здесь подают осьминогов, верблюжьи горбы. Так, а там полиция нас дожидается, да? А, или нет, это на заправке все. Ой, тихо. Блин, какая у тебя тачка крутая. Если бы не полицейский, я бы ее забрал. Так, дальше что у нас? Вот здесь кто-то есть. Нет, не магазин одежды мне нужен. Крысолов. Давайте возьмем тачку на прокачку. High price class, low price price. Так, трубайся, сейчас берем. Don't park it in front of 15 Chance Movie Studio. I'm not sure he knows it's gone yet. Блин, тут же его поймешь. Так, что там за крысолов такой? Wait, my man. Can you help me out? Да, что случилось? Hey, Джей! Hey, hey, what's going on? You can put guy be moving in on my girl. Problem is, this guy's connected with some big shots. Otherwise, I would just fucking kill him. He hangs out by the bus depot, doing all kinds of illegal shit. I figure, if the cops happens to be there, he would have other things to worry about than my girl. Sure, why not? Посадите пару полицейских себе на хвост. Давайте попробуем. Опа! Поехали. Блин, лимузин, ты козел. Блин, оторваться от них нельзя, да? Где вы там? Блин, когда не надо? О, еду. Едут, вернее. О, едет. Едет? Едет. Погнали. Ой, девушка, извините. Теперь надо отрываться от полицейских. Нифига себе, там перестрелка с ментами. Да, или с кем? Да. Кто кого? На кого ставим? На бандитов или на ментов? У бандитов автоматы, у ментов пистолеты. Ох, менты выиграли. Валим. Так, 2000, отлично. А еще люди добрые есть, по-моему, были где-то еще, или уже кончились. А вот он. На обмане далеко не уедешь. 3, опять миссия про Тиффани. Блин, какой у меня разворот обалденный. Brazil back to the project, which we can change climates, say get the pump, stand in on cuss, son of like my niggas from Rose and the Bronx, fucking kids in the slum, killer crackheads and bones, gangs in the gangster world wise, where we from, we don't support,
Love clothes. Boosie and Hawks Radio. Boosie and Hawks. А, нет, нормально, далеко не уедешь, это прогонщиков миссии. Точно, точно. Что там у тебя случилось опять? What do you want? I got cheated again. Law Break Cho was losing to me, but he had a friend run me off the road. Guy was driving a big truck, he almost killed me. Will you help me? Someone needs to straighten him out. Again? You sure you didn't just lose? I swear. Okay. Ну ты придурок. Найдите машину победителя, пока он не уехал. Опять разбить машину, что ли, ему? Превращается в какую-то банальность. You're listening. Elegance, style, legendary quality. From Europe's premier fashion designers, Salt House. Discover a world of silks. The purest cottons and the finest leathers. Exquisitely incorporated into our unique designs. Salt House. The word in fashion. Возьму по встречке даже. Полторы минуты времени еще. Минуты теперь. Надеюсь, доберемся. Было бы обидно столько проехать и не успеть. 300 метров. 30 секунд. Блин, да как? Да где? Твою мать, как туда добраться? По ящикам, что ли? Я еще и застряла. Давай, заново. Ай, пардон. Так, погнали.
popping pills in the night. Popping a bit off guard bar. I've been waiting to fight right. Nobody wanna get tapped by the gauntlet. You got it defrauded. It's gone. Rap is haunted by the living dead. Меньше минуты уже. Boosie and Hawks Radio. Здесь, блин, где его искать? Son of a bitch! Hey, boys! Hey, son of a bitch! You've been trashing our car! You're not seriously going to try something, are you? Are you an idiot? Kill this moron! Oh, so толстых я не люблю. Все, все отъехали. А, ты еще есть. Возьмите в багажник и гоночный автомобиль монтировку. Ну, это уже нам знакомо. Так. Погнали. Тайкай, да, значит, у тебя был. Понял, как мы делали его. $500 всего лишь дали, сволочи. За такой миллион отдавать. Так, чего у нас еще? Добрых людей больше нету. Вроде нет. Всем добрым людям мы помогли. И мы молодцы. Давайте на этом закончим очередную серию. Тоже пусть будет коротенькая, но смысловая. Что мне мы помогали разным людям. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть следующие серии. Комментируйте и ставьте лайки. Всем счастливо, всем пока.